Итак, дорогие друзья, нас сегодня разработчики порадовали, вышла новенькая iOS 14.5 Beta 7, и давайте же мы с вами разберем, что здесь нового. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, хочу напомнить вам, что у меня есть друг, который помогает законным путем вернуть вложенные средства за донаты в играх по всему миру. Возвраты производятся как в App Store, так и Play Market за период от 60 дней до 540 дней. Есть возможность также помочь тем людям, которые заморозили учетные записи за самостоятельное вмешательство возвратов. Поэтому, чтобы избежать таких нелепостей, советую обратиться к данному человеку. Все данные будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Итак, друзья. Вышла совсем недавно, как всегда, все в то же время, в 9 часов вечера. Что хочется сказать, это там 176 мегабайт, где-то она вышла на моем iPhone 12. Напишите, сколько у вас она весит, на каком устройстве. Здесь просто обычный баг фикс, минорное обновление, повышенная производительность, автономность, исправлены какие-то косяки. Те, которые незаметны нам, простым пользователям. Итак, друзья, решил все-таки записать видео вам вот так вот, без музыки, как я обычно это вставлял. Давайте мы с вами пооткрываем каждую иконку, посмотрим, насколько быстро действует у нас наша прошивочка. Ну и прогоним, конечно же, ее по всем приложениям, как я это обычно делаю. То есть давайте пооткрываем наши приложеньки. Погода нормально открывается, App Store как сейчас прогрузится довольно-таки быстро. Все прогружается, здесь нареканий никаких не вижу. Приложение «Контакт». Так, прогружается. Здесь тоже прогружается. Все нормально. Инстаграм. Грузится. Все нормально. Довольно-таки быстро. Фейсбук. Фейсбук также. Ничего у нас не зависает. Все хорошо грузится. Ну, как обычно, я проверяю. Так, у нас аккумулятор все так же 100%. Я, к сожалению, не обновился так, чтобы у меня 100% было. Есть 49. Я после этого сделаю уже обзор на автономность. Режу до 100, чтобы потом уже завтра, ну, спустя 12 часов с этого момента я вам скажу, как держит батарейку. Здесь я обычно тестирую, глючит система или нет. То есть, опускаясь в режим энергосберегающий, либо в этом обычном режиме. Если здесь фризит, значит, забагованная. Если же нет, значит, все нормально. Что мы еще? Давайте откроем игру. В принципе, ну что тут нагружать. Посмотрим потом, выгружаются ли какие-то приложения с оперативной памяти. И будем уже как-то отталкиваться. Ну, я ничего здесь не вижу. Никаких фризов нету. Все работает хорошо. Вот. Давайте теперь зайдем на Facebook. Тут ничего, Инстаграм. Ничего у нас не повыгружалось. ВК. В общем, в целом ничего. Пользоваться можно, ребята, поэтому, опять же говорю, по автономности я запишу немножко позже. Хочу зарядить на 100%, чтобы уже видеть можно было что-то. Вот мы с вами тут уже пару минут говорим, как было 49%, так и есть. То есть все довольно-таки быстро открывается. И плавность есть, никаких фризов нету. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока! She